докажу, что я гражданин Грузии. Валерий, о каком подарке вы говорите? Я как хотел все это видеть. Я 2 года я не видел все это небо, солнце, звезды по ночам. Жил в темноте, потому что практически был слепой. Не дай бог кому-то потерять зрение. Передайте всем добрым людям, что они мне сделали царский подарок. На этой пальме живут птицы. Да, зимой. 2 года назад я мог только слышать этих птиц. А сейчас могу и видеть.